Давайте посмотрим на... Начнем с камеры. Камера здесь действительно 5 мегапикселей основная. Как видим, снимает в разрешении 2560 на 1920. Вторая камера у нас 1600 на 1200. Это фронтальная для селфи. То есть, ну, не ждите ничего там сверхъестественного от этих камер. Но... Так, что касается датчиков. Датчиков тут действительно много, как видим. Magnetic, Sound. Вот основные все датчики. Есть все, кроме давления, гироскопа и температуры. А так, в принципе, по датчикам они смогли все поставить. И свет, и приближение, звук, и акселерометр, и гироскоп. Ну, не гироскоп, а ориентейшн. Что касается GPS, друзья. GPS, в принципе, довольно быстрый. То есть, оно быстро ловит и достаточно хорошо позиционирует. То есть, нет никаких вопросов с этим в этом плане. Что касается у нас игр, да, ну тут немножко уже похуже будет. Все-таки графический редактор, процессор тут не из топовых, поэтому, как видим, в принципе, только 20 FPS набирает в бенчмарке Цитадель. 1765 в AnTuDu 3D рейтинге. Опять же, GPS получился. Что касается батареи, да, тут на уровне Nexus 5 4000 очков примерно, ну, в районе 3 часов включенного экрана и полной нагрузки. Вот мы видим по этому скриншоту, что примерно около 3 начался тест и где-то вот до 6 у нас бы хватило аккумуляторной батареи. Ну и что касается AnTuTu бенчмарка, то, ну, 20, можно так сказать, 20 тысяч попугаев. КПЗ нам показывает, что в среднем нам доступно 28% или 263 оперативной памяти. Экран 540 на 960, screen size 4,6. Ну и по процессору 4 ядра, загрузка там средняя 25%, максимально тут разгон, видите, 988. Ну и процессор GPU Mali T720. Да, экран поддерживает всего лишь два касания. Это, конечно, ну, в наше время, наверное, мало. Еще раз AnTuTu. А вот Wi-Fi, вы знаете, Wi-Fi меня порадовал. Wi-Fi, во-первых, как я уже говорил, он тут двухдиапазонный, 2,4 и 5 ГГц, C-формат. Поэтому мы, в принципе, можем наблюдать вот такие вот данные. Вот у нас на кухне 5G. И вот у нас возле роутера в одной комнате. Это обычный просто Wi-Fi. И вот в комнате с роутером. То есть вот это вот показания через раз, два, две бетонные стены. И вот смотрите на 5G, 5 ГГц, простите, не 5G, получение и передача, ну, очень высокие. Тут действительно сильная сторона этого смартфона. Ну, давайте попробуем поиграть в игры. Ну вот, в принципе, управлять, я немножко прикрою динамик. К сожалению, рут здесь не установлен. Тяжело сейчас показать количество FPS кадров в секунду, но... Так, алло, давай. Греется немножко в районе камеры. Знаете, немножко, по-моему, немножко подтормаживает игра. Все-таки, как я скажу, что, по-моему, не так. Не на
идеально. Отклик, конечно, видите сами, довольно быстрый, но немножко есть подтормаживание в этой игре. Играть можно, не критично, но ускоритель видео немножко. Давайте в другую. А вот в зомби-убивалке, друзья, в принципе, я никаких особых тормозов и не вижу. Игра идет довольно плавно. Мочи гада. И никаких вообще, то есть, подлагиваний, вылетов. Да, в районе, вот здесь вот, в районе задней части, вот здесь вот нагревается. Но это, в принципе, не критично даже для топ-смартфонов. Греются. Ну, то есть, видите, в принципе, играть абсолютно комфортно и никаких проблем нету. То есть, телефон достаточно громкий получился, смартфон. Что я могу сказать? Друзья, в принципе, смартфончик получился стильным. Получился не лопата, получился довольно тонкий. Да, немножко, конечно, заднюю часть я бы держал все-таки под пленкой, потому что она довольно маркая. Но в то же время она, ну, такая вот довольно и симпатичная. То есть получился стильный бюджетник с очень неплохим дисплеем, с очень неплохим, с интересной нотификацией, которая выполнена в виде нижней кнопочки. Да, вот, то есть уведомления все начинают, нижняя кнопочка начинает у нас мигать. То есть интересное решение, то есть однозначно интересное. Да, неплохой Wi-Fi. Абсолютно неплохой Wi-Fi. Вот, допустим, что касается дисплея, как же показывал. То есть сочные такие вот цвета, углы обзора. Камера средняковая, так сказать, ближе к фиговой, я бы так сказал. Но это не камерафон, то есть это однозначно. GPS на хорошем, GPS очень хороший, я бы так сказал, для данной ценовой диапазона. Ну и что, игры идут, Wi-Fi отличный, GPS хороший, связь хорошая, батарейка, ну да, батарейка тут на 3 часа беспрерывной работы, в целом на день ее хватает. 5.1 Android тоже, в принципе, уже как новинка. То есть уже не 4.2. Ну, то есть и смотрите сами, выбирайте сами. Но телефончик получился довольно интересным. То есть в плане дизайна, в плане там возможностей по 4G, по LTE. То есть, как мы видим, вот Mobile, Uncle Mobile. Будем надеяться, что будут выходить какие-то обновления, кастомные прошивки. И поддержка этого телефона будет вестись и дальше производителем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. С вами был я, Валендар. Всего хорошего. Счастливого времени суток. Пока.